чуть не упал, блин, ты меня толкнул. Я тебя толкнул. Да хватит, а. Ты меня головой толкаешь. Да однозначно вообще. Кончай дебилис, пошли. Второй раз прыгаю. У меня там лагает, я туда удусь. Я не знаю. И Косян подтверждает свое звание дебила. Залагал, я не допрыгнул. Сам ты залагал. Тебе боги скинуть какие-нибудь? Да. Какие? Любые. Я сам себе скину. Смотри, какой я хорошенький. Вот сиди здесь. Да? Да. Самый умный, я нихуя. Оп. Вон металл хоть добуду. Да мне плевать, зато я выбрался. Да, блять, плевать ему. Он хоть не описывался. Сейчас эндермана приду. Ну ништяк. Ну и где-то. Поднимаюсь. Быстрее. Я появлюсь эффектно. Оба. Ты о, видишь эндермана? Я вижу зомби. Так. 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 Короче, вот что я узнал. Если в это в деревне есть эндерман. Если в деревне есть эндерман. Пошли, давай, не смотрим, идем. Пошли, вот он. Ну. Вон он, тихо, в глаза не смотрим, идем. Ты первый. По ногам. Ты не по ногам бил. Вон сзади. Так там бил. Он паука привел. Причем. Ой. Он и блок схватил, хотя да, меня да. Звались. Тебе выпал что-нибудь? Да. Да серьезно? Да. Давай мне ее. Да пошел ты. Ну да, хотя. Короче, с крыши с моей запустим на этот раз. А тут все видно. Да. И деревья предварительно срубим. Да нет, сейчас на крипера прыгнем. Ты... Странно. Вот так мы круто валим криперов. Да, это было круто. Я думал, что на меня корона нападет. Корона нападет. Это еще у меня проблема. Заразил. Ой. О, в последний момент. Справа. Видал, как улетел. Опять в тебя. Так это в него этот попал. Стилетом взорвался. Ну да. Я тебе серьезно говорю. Так, все, деремся. С твоего ракурса лучше видно было. Деремся хиркой теперь. Блин, киркой ты блок не поставишь. А, блин, я мимо него прибежал. Вот это шарахнул. Тут все поле сейчас в ямах будет. Плевать. Пошли меч, я себе сделаю. И мы вернемся сюда. А, о, мне лук выпал. Тебе нужен лук? Да у меня... Нет, у меня нет. У меня когда-то был лук. Ладно, я топором еще подерусь тогда. У меня просто сейчас кирка тоже сломается. Алмазной киркой? Да, у нее осталось. Ну, у нее ничего не осталось. О, два скелета заспаунились, пошли. Ой. А, тихо. Так, крипер, не трогаем их. Не трогай их. Блин, ладно, я пока посмотрю. Стреляйте по нему, а. О, попал, тихо, так, зайди, яма. Привет! О, стой, не отвлекай, еще один выстрел. Привет! Он, да. Умирай уже, а. Да он в меня его толкнул. Ты мне сказал бы это, сзади было что? Я просто... О, все, кирка сломался. Семена им будем очистить. Тут везде ямы просто, везде. Забей это поле. Да ладно. Где кэпишь? У меня еще это. О, а, это корова. Че, Костян, кэпишь? Да. Короче, сейчас я за мечом сгоняю и вернусь.
Я с тобой уж пойду. Проконвоирую тебя. Сейчас на крипер прыгнем. О, нормально. Блин, топором крипер мочить, угарь. Я тут троих замаков валю. Я топором крипер убил. И зомбика. Да и опа, кто хрюкает, а свинья. Три крипера, Косян, вали! Ой, я весело. Короче, прыгаем в яму. Надо их взорвать. Один на меня будет идти, хоть ты рядом с ним пройдешь. А, они все на меня идут. Одного я на себя взял. Ну ладно. Баба! Стой, тихо, один удар по правому. Нет, два. Я же. Так, все, пошли. О, еще один. Один плавает вон. Ну и пусть плавает. Пошли за мечами. Че, так тебе выпала эта фигня, да, точно? Ты меня не обманываешь? Нет. Ну идем за мечами так. Смотри, как его валю. Блять! Да ты достал уже. Скелет в пещеру пошел. К нам. Он скорее спрыгнул и к нам зашел. Ну, решил там жить, наверное. Ой, еще один, да блин, всем скелетам нравится наша эта шахта. В тот раз, когда хватит меня молчить, тоже скелет пришел. А, это ты уже. Я думал, скелет. Что, you may not rest now. The monster name. Монстры рядом. О, йо. Нормально, ты мне камень привел. Я привел, я выхожу из дома, он меня мочить начал. И тут я уже в доме был. Ну ладно. Пойду батон на крышу пожру. Пошли, батон. Сам ты батон. Сейчас я весь хлам выложу и пойду. Сам ты хлам. Так, лук. У меня уже два лука, блин. Так, кость. Сажай, чё ты. Пошли, ну, в то же поле пошли. Ну пошли. Там весело. Блин, вот и так быстрее. Смотри, сколько скелетов. Ну да. Сейчас лук выпадет. Вообще. Сейчас лук выпадет опять. Тогда точно начнем сажать. Не, не выпал. Так, глаз выкинем, это выкинем, так, все нормально. Ты по разлому гулял? Да. Ты что там видел? Все, что видел, уже нет. Там уголь один остался. О, эндерман, пошли быстрей. Иду. Не смотри. Ура! По ногам прям вниз. Я по ногам его въебал, но он... По ногам вниз, это значит, да. Вообще в самый низ. Ну я бью в самый низ, прям по коленку. Дай мне, смотри, я... смотри, учись. Где он? Зайдя. О, вот я завалил его. Да, отлично. У нас уже два жемчуга. Ты что ли забрал, да? Опять ты забрал. Да. Ты достал. Да, я достал жемчуг. Ой, я сейчас умру, я сейчас умру. Наконец-то! Блин, спаси меня. Давай, где ты? Я убегаю, скелет. Блин, тут еще одни. Да тут везде скелеты. Снять скелетов? Да всех снимай. Так, я под бок стою. Мне меч сломался. Блин, у меня два сердца, убивайся. Я каменной киркой завалил. Так, все, я жив. Терпи, Косян, сейчас день начнется. Да, блин, жалко. Ты где, блин? Я жив. Эндерман! О, нормально, быстрее нападай. Я сейчас подойду. У меня кирка каменная, блин. С каменной киркой против эндермана. Я иду. Я. Я уже иду. Сука! Ой, блин, два скелета, эндерман, ой, блядь. Три скелета было даже. Ты видел, сколько там, а меня толпой запинывали. На меня три скелета, паук, эндерман, пошли отомстим. Тебя завалили, что ли? Да. Блядь.
Шмотки. Так они там вон лежат. Ща я ему в рукопашку напинаю. Так, ты тоже был в этом виноват, сдохни. Мне сейчас уже, блин, зомби полжизни снесет. Я его завалил. А, 4,5 сердца, потрясающе. Вот они все тут горят. Так, мои вещи слева, которые дальше. А, нет, это твои. Мои, ты мои собираешь. Ну, мы, короче, собираем все. Потом поделим. Ты уйди от меня, блин. Меч? Это твой. Да, это мой. Это твой. А вон еще какая-то фигня. Сапоги, ладно, поношенные себе возьму. Броня где? Это моя броня была. Сейчас, подожди. Дай броню. Моя, наверное, сломалась. А, тут кирпич. Лук, мощность, я. Это, мощность, я. Мощность, я, это мое. Наверное, мощный. Может, с вещи заберешь? С вещи? Вот, лежат. Кучка, блин, твоего. Да, шлем тебе дал. Вот твой шлем. А, ну давай так. Ботинки твои. Возможно. Броню отдай. У меня нет. Как, нет самой брони? Да, можешь. В округе посмотри. А, так, это от скелета выпало. Стрелы мои. По крайней вот. Мере, 16 штук хотя бы. Тут больше намного. Ну, остальное твои, значит. Мощность я забери. Да, мощность я, это мой. Вот, и стрелы забери, блин. Стрелы я взял. Так, ищем броню твою. Меч, меч забери свой. А, еще один? Может, броня сломал? Два меча. Два меча был. Да, это мой точно. Броня, наверное, сломалась. Хрен с ней, пошли домой. Ща, давай глаза Эндерман запустим. Да я догадываюсь, в какой стране даже. Потому что, если я не видел, в какую сторону... Так всего четыре стороны. Я знаю, в какой. Это вот спиной к какой я стоял, потому что я не увидел. Блять, дом уродский у тебя, пиздец. С него надо... У тебя просто уродский. С него запускать, потому что надо эту фигню. Давай мею сюда. Два жемчуга мне скинь. И лазерный меч мне свой дай. Лазерный меч? Да, он нужен. У меня нет лазерного. А, все, вспомнил. Скинь мне, я все сделаю сейчас. Сходи, он у меня в этом лежит. Скинь мне жемчуги. Сейчас. Сейчас мне прям скинь. Надо срубить лес. Скинь мне сейчас. Крутые сапоги. На, держи эти мячики. Мячики. Вот и все. Что вот и все? Я, кажется, сам себя. Ты половину моих доспехов собрал. Кто меня атакует? Ты что ли? Меня комар все атакует. Нет. Я тут деревья. А, у тебя даже два стержня. Стержень. Если и загаст. Кирка алмазная целая, блин, тут там. Да, не трогай ее, там еще алмаз даже есть. Круто. Я где глаза? Блять. Я проебал глаза. Что? Помнишь, я тебе говорил про глюки с мышкой? Ну. Короче, я их активировал, сам себя запустил в твой дом, короче, дважды причем. И вот поэтому кто меня ударил. Бля! Реально? Да. Ты олень, блядь. Я тут глюки. Ты чё, это у тебя глюки? Вот сам именно. Ну еще одну ночь побегаем, нормально. Мне понравилось. Пиздец просто, ну ты дурик. Может, скипнем? Пропустим? До ночи и заново, ой. Ну давай, пропустим.